Акварель «Безопасный труд Крымского моста» София Климчак написала в довольно сложном жанре – гиперреализм. Это когда картина максимально реалистична. В ходе муниципального этапа конкурса «Я выбираю безопасный труд» Крымский мост занял первое место. И теперь именно София будет защищать честь Анапы на краевом уровне. Я уже занимаюсь этой техникой более 5 лет. И работу я нарисовала примерно за 2-3 дня. Эту тему, это Крымского моста, мы решили вот изобразить. Тема очень интересная. Сама я на мосту не была, я думаю, что нужно обязательно посетить, увидеть этот воздушный мост. Как оказалось, построить вот такой миниатюрный макет дома, по которому взбираются кровельщики, оказалось не легче. В этом году на конкурс поступило 53 работы от учащихся школ, гимназий, учреждений дополнительного образования из Анапы и сельских округов. Дети от 8 до 15 лет. Номинация «Безопасный труд глазами детей». Помни, работник везде и всегда, главное – это охрана труда. Чтобы акцентировать внимание наших детей на том, чтобы безопасно вели себя в бытовых условиях труда и в школе, и на производстве, знали на будущее. Поблагодарили в ходе церемонии и преподаватели, которые готовили детей к конкурсу. Участие в праздничном концерте для финалистов также приняли и дети, и взрослые. Поддержать Софию Климчак можно на официальном сайте Центра занятости населения Анапы. Там будет размещена электронная версия рисунка победителя. Саму же акварель уже отправили в Краснодар на краевой этап. Анна Жукова, Михаил Григорьев, Анапа регион.